Двор по адресу Октябрьская, 20 отремонтируют этим летом. Мэр Магадана Юрий Гришан и председатель городской думы Сергей Смирнов встретились с горожанами для обсуждения назревших проблем по благоустройству территории. По словам жителей многоквартирного дома на Октябрьской, 20, двор заливает водой весной и во время дождя летом. Так как местность находится на склоне, все прилегающие притоки объединяются в один большой ручей и топят двор. Я надеюсь, что в скором времени все это будет сделано, потому что вода течет не только в подвал, допустим, вот в дом по Октябрьской, 20, корпус 1, а по Октябрьской, 20, там вообще полностью заполняется подъезд, и люди, кроме как по досточкам, по-другому не могут ходить в своем подъезде. Второй актуальный вопрос – это асфальтирование территории, потому что коммунальные службы за собой в порядок не приводят. Жителям пообещали устранить проблему уже в текущем году. Было частичное благоустройство в виде асфальтирования, но комплексного благоустройства не было с момента постройки двора. И поэтому, конечно, назрели изменения. Основная проблема связана с водоотведением. Это проектное решение предложено техконтролем, они будут реализованы. Будет асфальтирование, дополнительных парковочных мест. Будет расширена территория за счет уборки гаражей заброшенных. Уже снесены ФСки, ФСные блоки, торчащие из земли. И в целом мы надеемся, что вот двор преобразится. Ремонтные работы во дворе по адресу Октябрьская, 20, начнутся в ближайшее время. Подрядчик уже назначен, а проект утвержден. По словам специалистов, сроки позволяют завершить благоустройство двора до зимы текущего года. Также во время встречи жильцы пожаловались на арматуру около дома. Говорят, это очень опасно для детей и прохожих. Юрий Гришан позвонил спасателям, которые тут же проблему устранили.